Уже на самом деле я рад, что модель не пострадала, что все хорошо получилось. Ну и по качеству отпечатка силиконовой формы я тоже посмотрел. Мне очень нравится, честно скажу. Хотелось бы узнать твое мнение. Доволен ли ты нашей с тобой совместной работой? Все ли понравилось? Все ли устраивает? Все ли было понятно, доступно? Может быть, была какая-то информация непонятна? Может быть, надо было какой-то другой манере ее подавать? Вот. И еще один вопрос тебе. Есть ли у тебя следующая модель на примете, над которой ты бы также хотел совместно поработать? Да, работой доволен. Спасибо за помощь. Хорошо, что сам не начал делать. Я думаю, точно бы не справился. Было бы как с этим бычком. Закончилась история. Но как бы много научился, но я бы так не сделал. Смотрел все видео там по пару раз. Ваше видео, но как бы там есть такие нюансы, смотри сколько хочешь, но есть такие тонкости, что можно ошибиться очень быстро. А по поводу модель, да, у меня есть еще 10, может, я сейчас покажу некоторые и можем работать дальше, конечно.